Девочки и мальчики, всем привет! Сразу извиняюсь за свой лук. Это рабочая форма. Вот, значит, меня давно не было на канале. Решила рассказать вам немножечко. Ну, как бы возвращаюсь, да, потому что сейчас была немножко занята. Было очень много всяких дел, всяких новостей. В общем, было немножко не до Ютуба. Да, сейчас вам покажу немножко, как я тут устроилась. Посмотрите, какой я себе свет делала на работе. Видите? Вот тут вот такой у меня столик рабочий. Вот. Чтобы вы понимали, да? Все серьезно. Знаете, я хотела с вами поделиться информацией. Помните, я совсем недавно вам в одном из видео рассказывала, показывала, точнее, нашего мэра теперешнего, да? Вот. И показывала то, что вот что он так много нам всего обещает, если мы его оставим. Вот. И так получилось, что я за него проголосовала. И, оказывается, проголосовала не зря. Потому что он выиграл. И очень уверенно выиграл. Больше 50% набрал. Так что чему я рада. Значит, теперь мы все вместе дружненько ждем, когда он выполнит все свои обещания. Это первая новость. Вторая новость. У меня, у ребенка был выпускной. Поэтому снимать я не снимала, потому что снимать практически было нечего. Но я сейчас немножечко вам вставлю, что я тогда в тот день говорила. Ага, вставила вам как же фрагменты. Получается, пока я монтировала, пока проект уже сохранялся, я просто взяла и решила почистить компьютер. Удалила. Видите, у меня первый раз такой опыт. Я же не знала, что когда-нибудь задействованы в этом подобии, да? Это нельзя пока трогать, пока проект полностью не сохранен, не выведен, да? Ну вот, почистила, так что не увидите мою болтовню, пока я шла в садик, что я там рассказывала. Но я вам сейчас быстренько расскажу, какой у нас был выпускной. Ничего особенного, просто надо было привести ребенка к часу дня, или к 12, к часу, по-моему, полпервому, вот. В час дня у них был концерт. Родителям строго-настрого запретили быть, да, на празднике. Нам все обещают видео, вот скоро уже должно быть. Вот, так что нам надо было нарядить детей. Ну, то есть можно было зайти в садик по одному, быстренько там помочь одеться, и все, и до свидания. Вот, потом надо было к 2 часам подойти, чтобы с ребенком сфотографироваться. Да, так что... Получается, все почти ушли, да, родители потом вернулись на фотографирование. Вот, все это, весь праздник у них там прошел без нас. Ну, ничего, первый опыт такой. Дальше, после фотографирования нам надо было опять уйти и вернуться за детьми в 5 часов. Ну, то есть у них там торжество было, там был пир, сладости, там вручали им дипломчики, альбомчики, медали. Было у них шоу аниматоров очень интересное, да, и танцульки, в общем, все как надо. Ну, и я уже снимала ролик, то, что я шла и рассказывала про все это дело, да, как там было интересно. Вот, и разрешили, если есть желающие, пожалуйста, подходите, соблюдайте дистанцию, но стойте, посмотрите за забором. Точнее, не разрешили, но никто и не запрещал. Вот. Ну и получается, так и получилось, что я подошла потом к забору и посмотрела минут 20 точно шоу. Было очень интересно, сын был просто счастлив, доволен. Так что все прошло очень даже хорошо, несмотря на то, что без родителей. Да? Нас как бы не было, но мы все равно как-то бывали, да? Ой, какой у меня классный загар, и только сейчас заметила, да? Лето наступило, называется. Ну ничего. Когда-нибудь я пойду полежу на пляжике и подзагорю. Вот. Так что все прошло хорошо, но без нас. Вот небольшая такая вставочка вместо того, что я полностью удаляла. Вот. Напишите, пожалуйста, у вас такое бывало, что вы видео удаляли? У меня такое в первый раз. Нет, бывало то, что удаляла, но то, чтобы в проекте уже все там, знаете... повырезала, все сделала, потом хлобысь. И, ну, когда выводить видео, да, там уже все красное у меня. Но не все, именно вот эта болтовня насчет садика, да.
Вот, ну ничего, первый опыт такой буду, знаешь, так делать нельзя. Все, смотрим дальше. Кстати, хочу немножечко рассказать вам про платье, которое я купила в секонде. Вот был повод, да, был этот праздник. Ну, короче, хотела в детский садик одеть какое-нибудь супер-пупер платье, сделала себе супер прическу, но я же не знала сначала, что нельзя будет родителям, да, никто этого не знал. Мы все следили за ситуацией в стране и думали, можно будет, нельзя, но неважно. Короче, нельзя было, поэтому но я все равно хотела на фотографиях выглядеть хорошо, да, поэтому раз фотографироваться, думала, надо все равно одеть платье красивое. Короче, перемерила я. И это розовое померила. Оно мне оказывается большое. Что-то какое-то некомфортное, какое-то теплое. Не знаю. Потом еще раз померю как следует. Все платья перемерила. Что-то ничего не понравилось, кроме этого черного. Черного, которое как вечернее. Вот в нем я и сфотографировалась. Посмотрим, как получилось. Но назад уже пути нет. Это платье было самое лучшее в тот день, когда я его мерила. Вот. А так я еще одно платье начала носить. Это которое платье для беременных. Вот. Я в нем хожу на море, и вы знаете, шикарно. И мне, честно сказать, глубоко плевать, что оно для беременных. Оно настолько удобное. Просто класс. Очень довольна, что такое купила. Вот. Там вообще не написано, кроме того, что там на этикетке написано «мама», я бы никогда в жизни не догадалась, что это для беременных. Ну, кто знает, может быть, мне такое пригодится когда-нибудь. Может быть, не зря я купила его. Значит, получилось у меня очень много кусочков. День оттуда, и никуда вроде как их отдельно не поставить. Поэтому в этом видео я немножечко покажу. То есть, первое, я вам покажу немножко, как я шла на выпускной, что я там говорила. Второе, я расскажу вам, как я записала видео, что я все иду увольняться, но не выставила. Оно как бы есть у меня на канале, но я не выставила его, потому что прихожу на работу, а там все хорошо. Что такое, а? Вот, как-то так. А я уже все, иду такая, уже такая злая. Оказывается, все хорошо. Представляешь? Вот. Что еще у меня за новость? А, ну да, у меня сын пойдет первый класс. Было родительское собрание, поэтому, ну, совсем как-то не до Ютуба было. Потом еще что было у меня интересного? Много всего интересного. Потом день рождения моего сына. Нам исполнилось 7 лет. Вот, будем отмечать. Как-то так, такой небольшой видеодневник. А, ну да, еще есть небольшая новость. Я набрала пару килограмм. Пока тут одни праздники сплошные, одни тортики и все такое. Но от тортиков я уже отказалась. Сейчас вот планирую вернуть свой разгрузочный день. И надеюсь, что все будет хорошо. Сколько получается? Я 2 килограмма набрала, да? Может, даже 3. А не то есть, то нету, не понимаю. В общем, будем возвращаться к формам своим и худеть дальше. Сейчас еще чуть-чуть, и все будет хорошо. За то время, что я не записывала нормально видео, да, у меня получается только и набираю вес. Получается, как я говорила прошлым летом, что я выполняла ошибку свою, да, то есть то, что я приходила с работы и все кушала, то в этом году у меня все повторяется. Поэтому я срочно говорю себе стоп. И начинаю марафон. Как бы я его уже начала, да, но хотелось бы для вас заснять и показать, что я там делаю. Но все никак не могу найти время и место. Вот, понимаете? Но я это сделаю. Вот. Так что пока что я вот такая бедная, несчастная, прихожу домой, кушаю и смотрю телевизор. Но все, сейчас беру себя в руки. Слышала? Беру себя в руки и продолжаю худеть. И мой вес сейчас в районе 70 килограмм. И даже было недавно, дня 3-4 назад, после праздников, у нас был выпускной, был пир, короче, там, и было 71. Вы представляете себе? 67
и 71. Вот это я вот постаралась, конечно. Ну, я думаю, что это вода, что я пью много. Ну, как могут шоколадки, тортики, да? И что там еще? Короче, там столько всего было, но я думаю, что это была вода. Я уверена в этом. Ладно, посмотрим, досмотрит ли кто-нибудь до этого момента. И есть ли еще люди, которые со мной худеют. Или пытаются, как и я. Ой, блин, все как-то не так. Чуть не забыла. Сейчас я вам быстренько расскажу, что у нас открытие сезона. Покажу вам немножко, как вот мы вышли на море, какое оно было, каким цветом. Все вам расскажу, покажу. Сезон мороженого открыт. Всем привет. Смотрите, какая у нас тут красота. Открылись кафе. Запустили змеи. Вот мы тоже сегодня пришли пускать. Еще расскажу вам, каково ездить сейчас в общественном транспорте в масках, где кондиционер еле-еле дует, да, и как людям становится плохо. Совсем недавно, пару дней назад, женщина вышла прямо посередине между остановками, что ей стало плохо, попросила: «Выпустите меня, мне плохо». И вчера тоже ехала, возвращалась с работы, автобус просто битком забит. И тоже девушка молодая вышла, потому что ей стало... Она вся побелела, задыхалась. Вот, так что вот к чему приводят вот эти вот наши маски. Так что сейчас потихонечку буду возвращаться. Буду продолжать снимать свои ролики и продолжать худеть. Если есть желающие, если еще не все от меня убежали, давайте возвращайтесь. Прям по щекам вижу свои лишние килограммы. Так что сейчас мы все дружненько начнем. Точнее, я соскучилась я по видеосъемке, по всем этим делам. Так что давайте, девчонки, мальчишки, рассказывать, как у вас дела, как у вас обстановка с этим модным вирусом. Есть ли у вас тоже такие запреты? Если нужно ли вам еще в общественном транспорте маски носить? Потому что это что-то просто нереальное. Это все очень тяжело. И, кстати, да, я продолжаю вас смотреть. Совсем недавно я смотрела Ольгу. Она знает, да, то, что попала недавно в аварию. Слава богу, с доченькой, с мужем все хорошо. Вроде как все хорошо, это слава богу. И хорошо, что мужик оказался такой. Не убежал, да, как некоторые. Извините, я просто на работе тут подсматриваю. Никто не подсматривает за мной. Вот. Так что я все смотрю, все вижу. Вот. И все. Ну, особенно, как я это делаю, я включаю на кухне, пока готовлю, включаю ролик. Вот последний раз смотрела, там минут 20, больше даже ролик длился, как за 2 минуты пробежал. Так интересно было. Слушала, смотрела, там и резиночка у нее прикольная, всего чего. Вот, хотела, думала, так, ну все, сейчас вот дорежу тут, сейчас доделаю и пойду напишу комментарии. Ага, потом что-то срочно вот дорезала, сын позвал, допустим. Ну ладно, чуть попозже зайду, специально напишу комментарий. А потом раз, вот сейчас только вспомнила, я что, комментарий не написала? Ну, как получилось? Ну я смотрю, от и до. Это не значит, что надо приходить и меня смотреть, мне просто очень интересно. Вот такие вот у нас дела. Господи, что со мной произошло? Какой-то у меня рабочий лук ужасный.
какая-то, я вся потрёпанная. Ну, правильно, рабочий день подошел к концу. Устала немножечко. Ладненько, что тут болтаю, ерунду всякую. Все, начинаем скоро новый марафон. Сейчас я соберусь силами. Покажу вам все, расскажу, что я буду делать. Если будут желающие, давайте подключайтесь, подсоединяйтесь ко мне. Все, всем пока, спасибо за просмотр.